Кисенька. Пострадала наша кисенька. Сегодня у нас второй заезд по врачам-ветеринарку. Наша кисенька. То ли упал он откуда-то, то ли какие-то нехорошие люди. Потому что на канале нельзя выражаться. Да, фломастер. Ударили его чем-то. У нашей котеньки перелом таза. Вчера был первый заезд по врачам, первый страшный диагноз. Перелом позвоночника. А слава богу, он не подтвердился. У котика просто перелом таза. Ром. И сегодня поедем опять. Возможно, котеньку будут оперировать. Это какой-то капец. Вот видите, лапка лежит, вот эта вот задняя. То есть это он сидит как бы с нопиком, но лапки задние у него ослабленные. И мы не ходим. Вернее, ходит, но очень тяжело, очень плохо, очень медленно. Такая вот у нас сегодня кисонька. В общем, котины приключения у нас продолжаются. Вчера были у доктора. Доктор сказал, что у кота сломан таз по снимкам. То есть вот тут вот где-то у животных есть хрящик, который соединяет между собой две половинки таза. И вот именно вот этот хрящ у него разбит полностью, то есть... Его либо кто-то ударил, либо он как-то неудачно упал. Ну, мы, конечно, больше склоняемся к мысли о том, что его могли ударить. К сожалению, мы живем в таком мире, где животные очень страдают. Роме тоже надо здесь побывать. И поэтому пока что мы ездим на уколы. Еще 3 дня. Нет, прошу. 2 дня уколов нам осталось. И будем спрашивать у доктора, что мы будем делать дальше, потому что гипс ему накладывать не буду. То есть, если бы это где-то было в другом месте, то, возможно, нам бы наложили гипс, и было бы легче. А так гипс накладывать не будут. У кота ограничения по подвижности. Не давать ему максимально ходить, он очень страшно ходит. Да, ручка. Когда смотришь на него, когда он идет, это вообще... Очень жалко, очень страшно. Безумно его жалко. Как он эти задние лапки подволакивает за собой. Но подвижность в лапках сохранена, поэтому все нормально. Нам дают очень хорошие прогнозы, что через несколько месяцев он полностью восстановится. То есть, как бы первое такое восстановление это где-то 2-3 недели. А полное восстановление, ну, насколько это возможно, полное восстановление через несколько месяцев. То есть только к весне он полностью отойдет. Но. Такой 100% подвижности в задних лапках уже не будет, к сожалению. То есть он будет слегка прихрамывать. И, скорее всего, будет очень быстро уставать. Мама! Да. И лапки будут у него, в общем, пострадавшие лапочки задние. Но, честно говоря, то, что нам говорили, что у кота перелом там позвоночника, то, что перебит позвоночник, очень у врача были намеки на то, что перебит и спинной мозг, а мы как бы понимали, что если это перебит спинной мозг, то, к сожалению, ничего уже сделать не смогут. Но все оказалось не так плохо, как нам казалось на первый взгляд. Вы когда-нибудь видели, как бьется крышка от сковородки? Я уже да. Уронила случайно в ванну крышку от сковороды, когда мыла ее. Нет. Она рассыпалась вот на такие мелкие куски, блин. И, походу, каленое стекло, оно вот такое все с крошкой пошло, паутинка, и разбилось на мелкие-мелкие осколки. В огромном количестве. Осталась только ручка, ободок металлический и куча осколков. Блин, до чертиков, блин, обидно. Вот такая ерунда. А Рома паровозит. И еще, собственно, вот наша коценька. Катюня. Лапки потягусеют. Ой, в общем, ему еще тоже предстоит еще один рентген, еще один поход в ветеринарку.
после чего уже четко будет определено, в общем, да, какие прогнозы и сколько времени еще останется ему быть хромоножкой, в общем-то. Состояние уже гораздо лучше, он уже вполне нормально, практически нормально ходит. Правда, прыгать ему еще тяжело, то есть вот этой задней толчковой у него нету. На диван он тупо вскарабкивается, но я очень рада, что хотя бы он уже сам это делает. Еще хорошо с едой, совсем все отлично, он уже больше как-то бодрствует, больше двигается. Раньше он только лежал и спал, и как бы я его переносила по дому в зависимости от того, куда он хочет попасть. А сейчас уже все гораздо лучше. Я думаю, я как-то отдельно расскажу про кошачью травму, покажу, у меня снимки есть. Как бы, как-то это будет интересно, потому что, блин, изначально вообще коту ставили диагноз перелом позвоночника, все оказалось гораздо проще, и исход в его случае оказался самый лучший, который только может быть в этой ситуации. Ведь у меня сейчас котя, в общем, семейка переломанных, блин. Я сегодня вспомнила, были студенческие времена. В качестве подработки взяла заказ написать конспект от руки. Ну, очень часто у заочников по некоторым предметам требуют готовые конспекты. А у заочников чаще всего нет времени писать эти конспекты. И я по весьма нормальной, умеренной цене эти конспекты пишу. Вспоминаю, в общем-то, свои студенческие времена, когда писала тоже огромное количество конспектов. Уж что-что. За все мои годы учебы в педагогическом вузе меня научили писать конспекты. В общем, за сегодняшний день, за целый день срочный заказ, написала этот конспект по праву, короче, какому-то там праву. Ужасно себя чувствую, ужасно болят глаза, болит голова, все на свете. Решила прогуляться, бегу к мужу, он забыл телефон дома, ушел на ночную смену. И, в общем, иду и себе такая думаю, если этот поц не позвонит, который заказал мне конспект и не возьмет их обратно, я, конечно, буду лохом года, блин. Это, конечно, будет очень обидно. И главное, я никак не смогу ничего сделать. Есть, думаю так, если он позвонить должен был бы сегодня вечером, если он сегодня не позвонит, то я еще позвоню сама ему завтра утром. И, короче, если он не позвонит, я ничего не смогу с этим сделать. Получится, что я сегодня полдня потратила зазря. Но надеюсь, что не зазря, что я не лох. Сегодня пришла мне посылочка от торговой марки Sané. Это новая для меня марка косметики. Я не знаю, может быть, кто-то ей уже пользовался, а может быть и нет. Но мне будет очень интересно познакомиться с ней. И что пришло мне сегодня на обзор? Первое – это кислотный пилинг с 7% АХА-кислотами. Вот такая вот штучка. Здесь объем 30 мл. В принципе, для знакомства самое-самое то, что надо. Сыворотка для лица на основе гиалуроновой кислоты. Также 30 мл. Редия. И это вот такая вот масочка для лица. Она с огромным комплексом всяких там витаминов и так далее. Идеально будет после кислотных пилингов, после всяких вот этих вот прелестей. Здесь 100 мл. Вполне себе такой хороший объем. В красивой баночке. Маска очень густая. Я ее еще не вскрывала, чтобы не сокращать время жизни. Но реально посмотрите, насколько она густая. Вот она как ехала вот так вот в посылке, так она и осела. И вслед за посылкой от Sané мне пришел еще один новогодний подарочек. Это маска для лица Detox. Это экспресс-маска от моей любимой Цукерки. Я уже наслышана о средствах Цукерка, о их качестве. И поэтому с огромным удовольствием буду тестировать еще и эту масочку. У нее уже есть ряд некоторых преимуществ, которые мне безумно понравились. И поэтому очень хочу ее проверить.